Меня зовут Леха, но друзья называют меня Романтик. Я сделал паровой мотоцикл из металлолома. И в предыдущих сериях я подробнейшим образом рассказал и показал, как такой мотоцикл можно сделать у себя в гараже, не прибегая к великим там ЧПУ технологиям. Целью проекта было заглянуть в прошлое, ощутить дух того времени, ну и конечно инженерный интерес, все это построить, настроить и на практическом примере понять и изучить работу парового двигателя. Привет, друзья! И снова мы встретились на этой прекрасной пустынной трассе, чтобы испытать наш паровой мотоцикл. Я напомню, что в прошлый раз максимальная скорость этого мотоцикла была всего лишь 45 км в час. Но после глобальной модернизации двигателя, несмотря на то, что двигатель стал намного экономичней, я еще внедрил несколько секретных технологий, поэтому я думаю, что помимо экономичности он станет еще и мощнее и еще быстрее. Ну что ж, сейчас мы все это узнаем, проверим и увидим. Нормально. Ты там это. Кого позвал? О, яичку какую-нибудь туда накидать. Или яйца отмазать. Есть же писки такие. Раз, запищал там пару раз. Запипи просто. Да. Точно. У нас на ВАЗе тоже то. Получается. Пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи. Чего меня сам не замечает? Вот тоже. Большой. Илон Маск, смотри. В космос надо на воде летать. В космос надо действительно на воде летать. Еще. Что-то взять, блядь, больше вообще ничего не надо. Бля, вот эту херню все таскать, там, и чемодан. Thank you.
Итак, ребят, я протопил котел, он так немножечко загадочно попшикивает, подсокивает, и сейчас будем прогревать двигатель. Измерять максимальную скорость и максимально пройденный путь я буду через телефон с помощью GPS-навигатора. Ребята, мы сделали это. Мотоцикл просто адово быстро ездит. Он стал немного медленнее разгоняться, потому что мощность чуть-чуть упала. Мы же сделали его экономичным. Но максимально возможная его скорость. Вы готовы? 57 км в час. И я думаю, это не предел. Сейчас мы еще немножечко внесем небольшие модернизации в двигатель. А именно, ну, кое-что там изменим. И сделаем несколько заездов снова. Нормально. Thank you.
Ну что хочу сказать, я попробовал два режима, первый мощный, но не экономичный, при этом режиме удалось разогнаться до 57 км в час. А второй режим я попробовал экономичный, к сожалению, с ним удается разогнаться только до 47 км в час, но пар потребляется намного меньше. В принципе, я это так и ожидал. И я вот тут, ребят, подумал, что этот мотоцикл всегда ездил по асфальту и ни разу не ездил по просеченке. Сейчас мы хотим уехать в ближайший лесок и попробовать проехать на нем где-нибудь там по лесной дорожке. На шоссе мы искатали все топливо, всю воду, и поэтому сейчас надо сделать небольшую дозаправочку и снова поедем кататься. Ну что скажу, друзья, новый модернизированный двигатель работает просто превосходно. Но у этого мотоцикла есть одно очень слабое место. Это недостаточные размеры котла. Давление очень сильно падает, и запаса воды, запаса газа не хватает. Ну, скорее всего, конечно, это проблемы маленьких, так сказать, размеров. Я подумаю, что на этот счет можно сделать с котлом, и я жду ваших комментариев и ваших советов. А вообще, мне тут друзья подсказывают, что хорошо бы на этом мотоцикле сделать небольшой дальнобой. Ну, так сказать, чтобы посмотреть, как все работает, слабые места, ну и вообще, насколько это надежная техника. Ну, в такой версии мотоцикла, конечно, ни о каком дальнобое речи не идет, потому что нужно постоянно вода, постоянно топливо, его очень не хватает. Но на сегодня, друзья, у меня все. Жду ваших интересных идей и до встречи в следующей серии.